Этот человек был очень непростым, очень экстравагантным персонажем. Стих называется «Совсем не Путин». Вот так. Итак. «Маяк на высокой скале революции, идеям ныне сомнительным преданной до последнего вздоха, мне в ваше смутное время вернуться бы, хоть на день бы в вашу чумную эпоху. Я, истинно капиталистка и добитая, с моим лицом отнюдь не пролетарским, я сотни бревен за субботник вытяну, коль вы повяжете мне пионерский галстук. Пусть я Лёлечка, вовсе не Лилечка, вы близки мне своими мыслями. Может, я б могла вашу душу вылечить, может, не было б того выстрела. Буржуазных излишеств бич, вслух вгрызался до самой сути. Громобойный Владимир Владимирович, тот, который совсем не Путин».